Игорюнь, не надо так делать, не надо. Он так может поломать сам себя. Давай сюда едь ровно. Стой. Левее, не заедешь ты туда, Игорюнь, не заедешь. Левее, еще левее. Игорь, еще левее. И еще левее. Игорь, еще левее! А теперь едь правее. Ой, там пизда. Он сейчас сядет. Нажимай газ! Руль ровно! Стой! Стой! Ну вот, стрекозы летают. Гудим, отдыхаем хорошенько. Стой, подожди! Вот оно, раздутое колесо. Машина 19-го года. Стой! Знаете этих педиков, которые говорят: не садись ко мне в грязных сапогах своих. Так вот, я с такими не дружу. Так, всем привет, друзья. Красота полная. Известно это место, наше любимое. Сегодня тут никого. Но там дальше надо хотя бы пару стаканчиков мне с собой взять. Сейчас буду нести Витюню спасать. Там он застрял. Вот наши дрова остались. Как тут все заросло. Где груша? Вот знаменитая груша бородача. Он тут и горел, и застревал. Что с ним не было? Ну там сейчас вперед надо чуть пройти. Тут нет людей, да. Откуда тут люди? Тут только джиперы. Друзья, всем привет. Вы на канале Offroad.ua. Значит, и сегодня у нас воскресенье. И экспедиция в одного. Есть один парень, одессит, сумасшедший. Сука. Все, я уже в воде, я уже в оффроуде. Который меня набрал только что и говорит: а поехали, я, говорит, все 37-е колеса поставил. Поехали-ка посмотрим, не скучно, что оно там будет работать, че не. И шноркель я себе приклепал. И вот мы в нескучном, абсолютно сами. Я вам обещаю, это будет интересно. Ой-ой-ой. Первый спецучасток взял. Бегу за ним. За ним бегу, бо бросит. О! Воды отходят. Дядя, есть ли у тебя стать, чтобы я не залазил в салон? Нет такого места, да? Нет. Блогера хочет снять. Кстати, вот Инстаграм. Если кому интересно, как это, где этого психа найти, вот у Инстаграмчик. Кайфы. Едем испытывать эту машину. Пацан поставил себе все, что можно было поставить. Двушку долларов усадил, говорит, надо же теперь проверить, как эта вся байда будет двигаться. Ну, сейчас и проверим. Будет очень круто и очень невероятно. Ух ты, жопа соскальзывает. Будет очень круто, если мы не застрянем и никого не будем... Чётенько, но там сейчас будет препятствие, остановись! Короче, все, пошел я дальше. Ой, хорошо вляпался. Так, мы добрались до следующего препятствия. Просто жесть какая-то. Ой, неправильную траекторию выбрал я. Ой, неправильную. Ох. О-о-о! Все, я остался без крокса. А ну иди сюда. Так. Наверное, здесь будет... Все, минус. Второй. Наверное, здесь будет лучше ходить без них. Оуч! Это просто жесть. Прикинь, он собирается сюда ехать. Зачем? Ты это делаешь? Лянь, она просто по колено уходит в муляку. Ой-ой-ой-ой-ой. Может быть, не ехать. Я ему говорю. Поехали в нескучное. Одна машина. За 5 минут может проехать. Так, как же мне перешагнуть? Готов! Какие же места красивейшие просто. Ух.
Я вот думаю, если сказать, что не скучно, это самое красивое место оффроуд в Украине, которое я видел. Дядь, не так. Что он делает? Что он делает, этот псих? Он не взял ни ту траекторию абсолютно. Вот сюда! Давай, на меня! Давай! Ох! Хорошо, гораздо лучше, чем я без шлепок. Гораздо. Давай в следующий раз! Давай в следующий раз без ошибок! А то ты что-то что там не так взял, что здесь. Опять застрял. Короче, второе препятствие было взято. Довольно-таки уверенно. Воу! Ноги расходятся, блин. Ну, пешком, конечно, тут нереально двигаться. Что говорят твои пассажиры? О, правильная мудрость. О. А вот места какие. А вот озера-то. Так, друзья, инструктаж дал. О, там пассажиры у него волнуются. Ну, просто люди на нервах. Они в Одессе, кроме моря, больше ничего не видели. А, ну здесь и идется, кстати, легче гораздо. Так, ну тут места точно опасные. Не знаю. Я ему там наговорил херни какой-то. Посмотрим. Тут в нескучном дело в том, что не говори, ты понял? Если, ну, оно меняется тут все каждый день. Там, где ты вчера ездил, вот, например, вот, пожалуйста, стою, вот, по щиколотке. Так вот чуть сюда, опа, другая глубина уже. Я готов! Бац. Давай, чуть назад. Ой-ой-ой. Хорошая была идея насчет подраскопать немного. Ну, сейчас посмотрим. По-моему, она проигрышная. О! Дядь, как ты туда заехал? Не, все четко, только я не пойму, в какой момент она решила осадиться. Ну, тут как бы глубина по колено. Хорошо сели, подожди. Стой, подожди. Хорошо сели. Пока, да. Хорошо. Ух, как больно укусил он. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, и дальше продолжается это все. А кто там тебя кусает? Муравьи, вот ихнее дерево. На, положи руку. Так, мне надо еще одно бревно. Ты приколи. Знаешь, что происходит вообще? Представь, а ты ходишь рядом по соседнему очень хорошо, а я вот по твоим следам иду. Вот хорошо, что ты сюда не поехал. Здесь гораздо страшнее. Ну вода теплая, это уже радует. Хоть на лето похоже. Есть еще. Сейчас уедем. Да? Отвечаю. Давай, триподор, засоси эту херню. На тебе. Видимо, они аж красные сразу. Прикинь, это муравьи эти жесткие. Обиженные жизнью пидорасы. Так, давай, я тебе под колесо подставляю. Так, мы пытаемся принять какие-то, ну, это смешные меры, на самом деле. Ну, давай, назад. Все, стой. На каком?
Ну, которые уже вот поворот не скучная. А, я понял, фора. О, радугу, и мы ее бачим. Глянь, какая, на всю дорогу. Все, ты знаешь, что мы с тобой под одним как бы небом, давай. Игорь, не шути, эти шутки меня пугают. Мы тут собираемся на этой УАЗике ехать дальше. Смотри, уже когда вы зайдете в Нескучное, там будет магазин. Нет, бензонасос не надо покупать, купите воды. С баклажкой. Так. И с грушей. Знаешь, что такое груша? Да. И груша качает топливо, потому что бензонасос в машине не работает, понял? Вот, говорит, он пока с горки отдыхает, не качает, а под горку сильно качает. Говорит, нам бы бензонасос купить по пути. Так, друзья, я на такой машине сегодня тут случайно оказался. Выехал покупаться. Вот наши знаменитые места. Вот тут Запорожец мы заводили. Тут он боролся. Несу Витюне чаек. Он там бедный застрял. Ух, елки-палки. Оффроуд пешком опять сегодня. Но тут не засыхает тропа. Там радуга идет. Дождь сейчас пойдет. Наверное, сильный. Ну, я, в принципе, весь из кожи. Так, а вот места. Посмотрите, как все заросло. Ничего почти не видно. Это наша траектория знаменитая. Елки-палки. Черт, как же мне тут пройти. Да. Жестковато. Ё-моё. Так, тапок утонул. Надо босиком, наверное, идти. Оставлю тапки тут на берегу, наверное. Я думаю, их никто не заберет в таком виде. Главное, не забыть их на обратном пути забрать. Сейчас я быстро к Вите. Поехали они. Классическая ошибка начинающих джиперов. Блин, капать начинает вроде. Начинающих джиперов — это, как сказать правильно, переоценка возможностей. Не доехали они до Кразовского места. Застряли. Ту-ту-ту-ту. Так, тут Запорожец. Вы помните, как он тут, кто не смотрел, заходите там на заднем приводе. Так, ну вода чуть упала, но не сильно. Сейчас. Тут прохожу. Дальше прямичок. И мы на месте. Бобер на Патриоте. Прошлый раз он нас спасал. Когда мы были с Кразом, я не помню, Запорожец спас. Красота. А потом уже Краз спасал Михалыч. Не доехали до Кразовского места. Там есть одно сложное место. Я знаю, где они сидят. Вот этот прямичок. 200 метров. Потом поворотик. И они за поворотом. Да, туча. И там с той стороны тоже вертолетчики летают. Так, а сзади слышны какие-то звуки. Патриот, наверное, едет. Вот знаменитая полянка. Когда на нее попадаешь с той стороны, когда уже это практически на большой земле уже ты оказываешься. Птички поют. Короче, тут Дмитрий нас встретил в прошлый раз. Говорит, что вы тут ездите? Вот тут вода как-то, наверное, выше даже. Непонятно. Хотя нет, тоже упала. Но не сильно. Ну вот следы их, похоже. И тут поглубже будет.
бы чай не испортить, не упасть с ним в болото. Слышу голоса. Витя! Где вы? Я иду! Я иду ходом! Как вы там? Сняли что-то? Да я тоже иду, снимаю. Ёлки-палки. Босиком иду, видите? Как вы тут? С термосом. Да, да, да. Так а как же вас тут занесло, ё-моё. Сейчас я вам хоть фотографию сделаю на пенсионное удостоверение. Давай, Руслан. Так, сейчас, подожди. Так куда же вы поехали? Справа надо было резать, ё-моё. А ты влево опять попёрся. Вот, слева надо было ехать. Нет, слева не проходное тут. Нет. Справа, смотри. Да смотрю, давай покажу тебе. Ну хотя справа последний раз. Да я знаю, Вранглер, Чироки там тоже не проехал. Вот тут мы сидели с последний раз с Саней. Вот, а здесь Жека сидел, мы его мегауазом вытаскивали. Сейчас давай крупный план вам. Давай. Улыбайтесь на пенсионная запасная фотка. Знаешь, какая ситуация интересная? Едет бригада на ВТРовских колесах, но забыли прикрутить кардан к лебедке. Прикольно. Что, прямо так в рот наливать? Прямо в рот, говорит, наливать. Ребят, кому чаёк? Чаёчек. Я ж не знал, что вас так много тут, ёлки-палки. Давай, всем фотографию, подождите вместе. Витя, давай с чаем, ещё же я тебя не фотографировал. Не, ну места, я слышишь, я думал, просто времени мало. Я думал подплыть на матрасик вам неожиданно из-за кустов. Но план мой... Фу. Так, а ну подожди, давай я тут посмотрю, вам же потом все равно ж ехать. Нам дальше добираться. Блин, тут тоже хреново. Да не, Рус. Ёханы бабай, смотрите. И бульки идут, ты видел? Это не с меня. Так, не, ну классно, блин. Там ой, штуча идет. Да. Так что, давай еще мне на 3 минуты сюжет надо высосать, рассказываю какой-то стишок. А ты прямую трансляцию идешь? Не. Да тут же связь плохая. Мы тебе, вот я тут все снимаю. Я приеду домой, все скину. Блин, классно тут. Будет сюжет на... Слышь, а у вас как-то грязно так, стекла испачкались. Не, ну как, мы же, извините, мы с Киева приехали. А, там, да, дороги, хрен поймешь какие. Ну, форма одежды у нас какая-то похожая. Знаешь, что хорошо? Хорошо, что в этом местах, в этих местах встречаются люди. Сейчас бобер подъедет, 5 минут. Там что-то я уже сзади слышал, но я бежал, чтобы чай не остыл, понял? Ну, 20 минут назад. Я слышал, не-не-не, что-то там гудело, но там... Он тот первый кусок обычно едет минут 40, так что вы сильно так не расслабляйтесь. Допивайте быстро чай, я назад пойду ему помогать. Один раз, я пацан рассказывал эту историю с бобром. Алло, это кто? Это бобер, а это Витя. А какая у вас машина? У нас крас. Да идите вы в баню. Я в операции с красом не участвую. Крысу смотрел, да? Да, да. Не, потом у нас приехал, были ненормальные пацаны на Сузуки Витара. Простая Сузуки Витара. И на гелике. Они решили спасать крас. Они, пацаны, вы не знаете. Без лебедок. Акупунктуры спасать раз. Силой воли. И они приехали. Короче, пришлось вызывать бобра, чтобы он их вытягивал. Бобер их поутягивал. Кажется, дождь начинается. У меня просто термос не герметичный, мне надо успеть его вернуть хозяину. Как тебя вообще жена сюда пустила? Так, как? Слышь, а вот бревно какое-то, это вы уже его припарковали? Нет, тут? Это мы через него проехали. А, проехали через него? А 37 колеса? Да. Не, ну машина хорошая, но не УАЗик, блин. Ну не УАЗик. Надо менять. Слышишь, ты если ее можешь поменять, сразу на 14 УАЗиков сейчас где-то. Приедет. Может даже на 15. Ну на таких, как приедет, конечно, меньше. Не, ну тут нормально у вас что. То аптечка, да, или что-то, огнетушитель. А, то сумка. Блин, чуть не проехали. Ну это не туда, просто чуть слева. Это слева шансы были, но... Небольшие. Витя, плюс всего этого, что вы недалеко уехали. Это очень хорошо, как с кразом даже легче. Напивайтесь чая, короче. Давай.
Ночь будет длинная, я чувствую. Как на Лёне. 140 лошадей. Как у Лёни. А, как у Лёни, да. Так у Лёни немецкие лошади. Немецкие лошади покрепче, они тяжеловесные такие. Ну, дохнут часто. Сдыхают просто. Две-три палки и все. Сдохнут. Япония другая история. Да, Япония покрепче. Там они, конечно, такие заряженные. Вот, видишь, ты только что был за немцев, уже за японцев. Япония по-любому покрепче. Они надежные, выносливые. Ну, я просто знаю, есть еще другая машина зеленого цвета. Вот так будет с каждым, кто будет заманивать сюда людей. Тихо, вызывай мусор. А, заклинила крышка. Выпустили. Так, ну что, все, я пошел, короче. Сейчас, подожди. Допивай чай, там еще остался литр, быстро. Литр к литру. Иди пописай сначала. Ага. И допивай. Не говори про туалет, у нас там девочка хочет уже. Ну, алло. Вот, смотри, просто ходить можно, твердая почва. Вот она вся. Да нет. Смотри. Да нет, то случайно ты попал. О, что там механик? Механик шести... Механика шестичетвертая. Тут, блин. Не, ну тут чуть тверже, а тут вон, смотри, видишь? На новом. Здесь то же самое будет. Оно одинаковое. Оно одинаковое практически. Нет, ну не забирались, просто хотели проехать. Ну, ходом понял, если бы ты расшарашил. Ну тут надо пройтись было, понял? И прощупать, и четко попасть сюда. Понял, мотора. А, не хватает мотора? Давай, выберемся сюда, пожалуйста. На первой, значит. На первой дубасить надо. Давай хоть раз погудим. Давай, все. Забираю у него желтый. Не, ну место хорошее, красиво, главное. Да, конечно, хотел бы, блин. А что, у тебя некого за руль посадить, да? Да некого, в том-то и дело. Там бабушка, дети, блин, куда я их оставлю? Дорога дальняя, места глухие. Тут только выехать отсюда попробуй. Кто не знает, тут может неделю ездить, выход искать. Вот пока на ту грунтовку попадешь, которая к асфальту ведет. Пацаны пишут, Витя, это не оптимизм, ехать без лебедки в нескучное. Блин, как пацаны вчера очковали, там уже видео вышло, можешь зайти посмотреть. Как они очковали на танковой без лебедок, блин. Я говорю, да что ж вы очкуете так, елки, тут все проходное. Я им, короче, вдохновлял их, но они говорят, мы тебя знаем, короче. И они мне не верят уже, и тебе, я думаю, тоже не поверили. Да, мне попробуй не поверить. Я жесткий. Беру успех и засовываю тебе водку. Да вон уже человек понял. Пишите. Пока. Подпишитесь и не забудьте поставить лайк. Для вас воскресенье кино снимаем. Я, мой оператор и еще съемочная бригада. Все, пока. Пока, короче, я понял. Пойду встречать патриот. Давай, там пока слышен. Да, да, сейчас я им. Так, какой-то звук мотора, да, вот он. Вот этот человек, спаситель, как обычно. Елки. Игорь едет. А, Игоря ж надо еще привезти. Сейчас, пацаны, я скажу, куда ехать. Привет. Там есть хорошая дорога. Да не, не бойтесь. Вы же должны спасти их. Что-то тут как-то хреново. Вот они тут за поворотом уже. Привет. Как обычно, ты нас спасаешь, да? Не, тут смотри, вот тут. Подожди, не-не-не, сюда нельзя ехать, стой. Не, правей можно, а ну попробуй правее. А ну видишь, заилилось тут все, да? Приехал бобера спасать. Вот, в принципе, наш пятачок. Локейшн, так сказать. Локейшн нехеровый, пацанов. Закат. Ну, тут надо четко попасть по вот этой траектории правым колесом. Вот здесь не глубоко. Потому что чуть вправо-влево и все. Чуть-чуть, вот так. Давай коксу! Не, стой, все. Давай подтянемся, тут не копай.
Давай. Паша за этот куст лебедился последний раз. Ну давай, иди лебедиться надо. Так, все, я выбегаю дальше. Передаю. Витя, передаю тебе полномочия съемки. Я все сниму, ты не волнуйся. А тут что, можно ехать? Не-не, там не проедешь. Как, на БТР-ском это не проедешь? Думаю, нет. Там оно очень вязко, там чуть копнешь и все. Да. Вот про это я тебе и говорю, да. Там не надо ехать, это я тебе точно говорю. Но я на своем пролетаю, если ходом иногда, по камышам, когда они высокие. А сейчас даже не знаю. Ни хрена себе, да. Сейчас просто вас приедет на БДРов, и вы за него не будете. А УАЗом по прямой, кстати, можно проехать. А, может и не проедет тоже. Только вот в эту яму не лезьте, туда левее, там вообще да, жесть. Понятно. Опа. Все, пока. Давай. Так, все, я побежал. Витя будет спасен, я думаю. Красота нереальная. Тут в лучах заката. Без лебедок, конечно, сложный. Ну, сантраки, хайджек, если можно что-то пробовать. И без лебедок, ну, люкс, конечно, не Нива. Вес имеет. Правда, и колеса взрослые, но всему есть предел. Ну, теперь продолжение с Витиной камеры. Чем это все закончилось? Подписывайтесь. Я пока прощаюсь. До встречи. Короче, бобер чутка не доехал. Мы его привязали к вишне. Сейчас он пьет воды и стартует на дыбы. Ну давай, бобер, боберушка. Шич. У нас раз если бы нету? Нет. Он может нам что-нибудь пытаться говорить. Давай, давай. Угу. Ух ты, сука, а? Воу-воу-воу! Сейчас, бобер, подожди. Дерево починим. Да. А, ну это даже не черешня была. Короче. Тянем черешню. Тянем через здесь палисадник. Вот там Тойота. Давай. Ох, красивые кадры. Еще какой-то человек приехал. Затонирован вообще. По-черному. Ничего не видно. А еще он кто-то едет. А у вас на БТРовских едет. Фух. Привет. Там он, там. Там. Там я мимо проезжал. Да, ходил, все снял. Чай носил, попил он. А, даже так? Ты его кормил, да? Попоил, но кормил не сильно. Еды, ты же знаешь, у нас практически не остается. У вас ее изначально не бывает. Смотрите, какой аппарат одноглазый, правда? Но едет и горечек. Блин, пытается задавить меня тоже. Подожди, я тебя сфотографирую. Ты красивый какой. Давай, Бобика, прячь голову в карман. Тут еду ему купили, елки-палки. Слышь, может, я с вами? Что-то я уже не хочу уезжать. Да, ладно, пока я поехал. Вот, Никита, я только рассказывал, что этот, он нас в тот раз, когда мы с Красом застряли, я в рацию уходил 20 минут, такой, прием, прием, тишина, тишина, он такой, кто здесь? Я говорю, я Витя, я застрял, он говорит, да я Бобер, я тут отдыхаю. Я говорю, вытащи меня, он говорит, не, в Красе я не участвую. Так, без кардана, да?
Прикрутили? Прикрутили. Да не гони. Ну блин. Ну стали там на даче к какому-нибудь УАЗику. На лебедку. Так у нас работает лебедка? Я не знаю, во! Ну давай это по-серьезному. Все нормально. А? У него лебедка есть на... У него есть, но она вперед, и она уже размотана всю. Давайте мотаться. А удлинитель есть? У нас все есть, слава богу. Не, тут или там? И тут, и там. А что вы там тогда не вытащили с лебедкой? Он не доехал. Не, это он, а тот, этот самый. А, там лебедки нет. Короче, вы пока тут снимаете, я по ним туда в этим и приеду. Не, подожди. Ну, в двух словах. Мы уже за болидом, лебедка работает. Спасаем бобра. А потом вот так вот по прямой спасать Тойоту. Оп. Стоп, говорят, команду отключаем. Уля-ля. А? Держать? Кого, УАЗик? Да. Да не, надеюсь, он там не сильно сидит. Стой, он не помогает. Стой. Вывернешь кулак. Давай. Один есть. Первый пошел. Короче, да, я боюсь за эту машину. Она же не моя. История, в принципе, в чем, значит? Ну вот наш бензобак. А вот наш бензонасос. Давай, заводи. Насыплениешь? Все, есть, завелись. Теперь лебедочку. Есть, теперь заднюю. Сейчас, подожди. Опа. Давай. Все, стой. Попробуем. Большой? Я, да, вот, зовут ту херню. А пробовали? И пробовали, а их же нет уже. Игорь, а попробуй вывернуть руль сюда. Не надо. Не? Все, не надо, все. Поехали, теперь включай первую. Дядь, садись, помогай, садись. Все, стой, Игорь, подожди. Назад, да. Что мы делаем? Сидим дальше, отдыхаем, ничего не делаем. Вот его инстаграм, еще раз говорю. Подпишитесь. Сейчас вот на ваших глазах еще одну петлю согнет. Поехали. Ой-ой-ой-ой. Стой. Стой. Так. Давай еще, давай, потихоньку. Стой. Стой. Всем стоять. Что было? Подожди, мне кажется, у нас колесо разулось. А ну, попробуй, руки убери. А ну, поедь вперед. Да, да. А я говорю, не делайте этого. Ну ничего, накачаемся. Компрессор есть? Нет. У бобра есть. Бобер. Давай еще потянем его назад. Давай, садись, мы тебя уже вытянем. Короче, в двух словах о ситуации. На Хайлюксе разулись колеса. УАЗик сел, тянул лебедку вот к тому дереву. Ну, точнее, сколько он получится. Тяну. Давай. Не-не-не. Все, ладно, давай чисто лебедочкой отключи. Поставь рычажок среднее. Поехали, потянем лебедочкой сошла. Есть прогресс. Игорюнь, правее, ближе к Хайлюксу, бери к Хайлюксу так. Правее, Игорюнь, правее. Игорюнь, право ко мне.
Игорь, ты что, специально делаешь все, что я не так говорю? Вовик, что там по топливу? Вовик, ты перестал качать. Игорюнь, руль сюда сделай пару раз. Игорюнь, сейчас будет заезд на склон, не бойся. Я держу. Да и это не мать. Игорюнь, не туда руль, не туда, Игорюнь. На меня руль, на меня. Да давай, Игорь, не надо так делать. Еще на меня, Игорь. Стой, еще на меня чуть-чуть. Все, вот так и держи, поехали. Хорошо, идем, Игорюнь. Трос натянутый в закат. Поехали, Игорюнь, вот так вот и держи. Чуть-чуть сюда, чуть-чуть, да, давай, нормально. Ой, Игорюнь, опасно, ой, опасно, стой, Игорюнь. Сейчас, подожди. Да он уже сам поедет вообще спокойно. Так, если вы будете переворачиваться, я хочу это снимать сзаду. Гляньте на этот след просто. Или вот на этот. Просто посмотри на глубину. Держи его, дядь. Все, на распорочках идем. Вот это кино. Слышь, что-то хрустит этот УАЗик. Шлепки по-быстрому забираю. Ой-ой-ой-ой-ой! Игорюнь, это очень опасно! Да что такое? Что так клацает? Игорюнь, не надо так делать, не надо! Он так может поломать сам себя. Давай сюда едь ровно. Стой! Левее, не заедешь ты туда, Игорюнь, не заедешь. Левее, еще левее. Игорь, еще левее. И еще левее. Игорь, еще левее! А теперь едь правее. Ой, там пизда. Он сейчас сядет. Нажимай газ! Руль ровно! Стой! Руль ровно, Игорюнь! Руль ровно! Что ты творишь, Игорюнь? Давай чуть назад. Все, стой! Давай чуть вперед, Игорюнь, руль только ровно поставь. Давай! Давай, Игорюнь! Игорь, для меня! Красавец, ох и красавец, построили же машину для людей. Дядь, ну что, поехали на моей тачке кататься, твою потом заберем. Так, глянь, они уезжают куда-то, дядь. Ой, посмотри, где он ехал, коленка ушла, коленка. Это, конечно, пацанов я с Одессы взял прокатиться. Вот он. Ливан. Как говорится, где собака зарыта. Подожди! Слышь? Сань, да. Надо с них бабки брать. Михалыч с меня брал туда. Двадцатку, чтобы отбыть. Лёва! Сколько денег даешь за эвакуацию? Чё, Лёв? Я оплатил, слышь, был тот день. Короче, как ты думаешь, мы твое колесо накачаем сейчас компрессором, если золотник выкрутим? Ага, нет. Нет. Бензин есть. Только на доврамера надо. Смотри, ты сейчас вот этот мы отцепляем, вот сюда переезжай.
И? Вот здесь вот колесом поворачиваешь, и в эту же колею, ну вот так, ты должен пойти. А, и мы типа по над краешком уедем, да? И объезжаем его с той стороны. Тут машина справа, мы его слева обходим. Ну, в двух словах, развернулись, стали теперь, будем тянуть Хайлюкс, у которого разулось колесо, блин. Вот он, водитель, который думает, я бы сидел в Одессе, на Лазурном берегу, ел бы устриц, курил кальян, балдел бы под музыку Стефана Ботина. Нет, я должен тянуть. Ничего, я думаю, это только закалит его дух. Озвучит. Игорь, помоги ему хотя бы морально. А это у меня бескорец такой идет. Рассказал, что с тобой захотелось. Ах ты, сука, хочешь меня укусить? Кто такой? Кто такой? Куда ползешь? Тут... Уходи. Температура в норме, давление в норме, зарядка есть. Ух ты, сука, уходи. Оп. Говорят, пацаны, харе. Мол, ты гибать начинаешь. Там объезда нет. Игорь хороший ограничитель для дураков. И что там у него чувак в салоне? Он просто, ну, в шоке. Он вообще из другой планеты. А он меня набрал, говорит, поехали на танк. Я говорю, так на танк уехать, поехали, люди не скучно. Вон оно что, кто это все придумал. Наверняка было не скучно. Да. Хорошо сидит, да? Да ноль помощи вообще. Нас просто тянет к нему. Куда вот на тормозах тянет? Лёв, что там? Я к тебе, да? Игорь, принеси вот тот пенёк. А, тащи вот тот пенек, будет упором. Я знаю, как я его тащил. Нет, так он не... Потихонечку процесс пошел. Подожди, подожди, дай лебедку нам отдать. Поехали. Мы привязали сюда вот за дерево. Ну, за пенек. За пенек как бы. Дерева там нет, его смолил бобер. Как бы это ни звучало. Вот, стрекозы летают. Гудим, отдыхаем хорошенько. Стой, подожди! Вот оно, раздутое колесо. Машина 19-го года. Стой, стой, стой! Так, подождите, здесь надо постоять. Пока пауза. Так, друзья, в двух словах. Машина из-за того, что разулась, несмотря на все блокировки, не едет абсолютно. Докуда я ее дотаскиваю, там она и останавливается. Вот, поэтому у нас идея сейчас такая. Идея такая. Дотащить его до суши. Ну, то есть туда. Мы вообще в джунглях сидим. Дотащить его до суши, там попробовать снять колесо. Ну и дальше уже там по выбору шиномонтаж. Вот наш штурман. А ну еще. А вот количество оставшегося бензина в ВАЗике. Чуть-чуть еще едет. Вот то, что там прямой эфир идет. Знаете этих педиков, которые говорят, не садись ко мне в грязных сапогах своих. Так вот, тут я с такими не дружу. Лёва, вот мой корешок нормальный. Все, братюнь, давай, до скорой встречи. Вов, что там? Все, последних 5 литров. Вытаскиваем. Как последнее? Вот это последнее? Да. Вот это вот? Да. Вытаскиваем и ночуемся здесь. И там больше нету? Нет. Так. Пиздец выглядит вот так. Вов, это мало очень. Давай подравнивайся быстрее, пока теперь не хазуешь. Слышь, ты понимаешь, что нас ситуация загоняет каждую секунду в какую-то... То колеса, то бензин. Фух. Вов, что ты делаешь? Что с этой дверью? Все, закрывай. Там еще одна лужа впереди. Ну,
мы же проезжали, я же забыл. Последние просто метры осталось, последняя, грубо говоря, лужа. Хайлюк затащили ходом, без лебедки, до самого-самого, ну, до самой суши. Все, можно ехать, босс? Ехать. Фух, так. Включаем первую. Здесь его останавливали, да? Так, выключаем свет, выключаем мотор, откатываемся чуть назад. Все. Братик, сколько раз ты вообще всех тут спасал? Тойота, Майота, слышишь, ты там всегда Тойоту отмечаешь. Отметь хоть раз УАЗа производителя. Картина красивая. Вот что случается, когда до 0,7 травишься, если ты без бэдлоков. Без вот этой всей херни. Ничего бы не случилось, если бы кое-что не тянул в сторону. Да. Не, да в оффроуде хватает, что там говорить, их на каждом шагу. Дядь, в двух словах, как тебе киевский оффроуд? Да ну такой лайт, чистый лайт. Чистый лайт, давай. Давайте пробуем А ты не сильно заморачиваешься? Нет. Я правильно понимаю, что ты из тех людей, которые говорят, не били новый айфон? Я вижу, как комары тебя кусают. Людей, которые, сука, не могут домкрат сюда поставить. А что такое? Что тебе непонятно? Сильно низко. Как сильно? Значит, без площадки будем попасть. Или не такая... Да не. Так. Надо по-любому с этой опорой ставить, с красной. Вода слабо нагрелась. Да? Угу. То есть вообще не нагрелась? За лоб укусил, за лоб, прикинь. Дядь, отбивайся, ты что, вот он тебя, бах. Вот это лето, я понимаю, настоящее. Санечка, давай, сделай там. Поднимается, о, второй уровень пошел, та, четенько. Ты меня подержи. Все, обед долгожданный. Ох, сейчас будет хорошо. Не, что ты стесняешься? В пиджаке пришел. Когда пацаны простые в шортах, блядь, зеленые. И ходят. Давай еще иди по команде, что пацанам крутить, что делать. О, четенько, выкрутили сосок. Так, теперь контрольный вопрос. Зажигалка у кого-то есть? Фу. Вован, ты ж курить бросил. А зажигалка есть? Ну да бросил. А? Красавчик. Есть? Да, есть одна. Газ у нас есть. Щетка. Кто на компрессоре? Дядь, ты для сториса? Окей, хорошо, ты для сториса. Кто на компрессоре? Ты на компрессоре. Я снимаю. Кнопка такая, дынь, поехали. Я скажу. Да, как только, ну, я увидишь, как только я подпалил, сразу включай. Не-не, еще. Оно на месте! Оно на месте! Что-то свершилось! Так, ну, на этом можно считать операцию законченной. Сейчас мы, правда, УАЗик будем еще тянуть до заправки, потому что в нем абсолютно закончился бензин. Просто на нулях, на полных.
Вот, все, что осталось. Фух. А бак на 90 литров бак. Пам-пам-пам. Крестовина, топор, все есть. Очень круто. Спасибо, Санечка, к нам приехал. Это просто, ну, фантастика. Человек с опытом. С большим опытом. Вован на пиджаке. А давай бирку посмотрим, что там. Какой-нибудь Бревони, наверное. Франция. Ну, слушай, ни хреново. Франция. Так. В двух словах. Мы все едем домой накачанные, надутые, возбужденные, покусанные, сытые, довольные, качаем. Бензин держим между ног. Вот хайджек этот едет сзади, или хайлюкс, как там ее называется. Едут сзади. Санечка колонну замыкает. Как всегда, приходит на помощь. Большое спасибо ему, никогда не бросит. Вот, в принципе, на этом все. Точка. Ставим лайк, подписываемся на канал и запоминаем, что у вас самая лучшая машина вытянула всех. И бобра, и хайлюкс, и хайджек. Все, я говорю, что ты скажешь, Руслан, подписчикам? Пейте Моршинскую и все. Пока. Так, ну что, мы в цивилизации. На хлебной что-то, НП. Мы здесь. И круг. Мы в цивилизации, я же говорю. Что, так, подожди. Второго ботинка нету, да? Нет, все, он в машине, все нормально. Все в машине. Да, мы в цивилизации. Как обычно, вот спасибо. Никогда не бросает в беде. Нескучная топ. Нескучная топ за свои бабки. Так, друзья. Так. Все, ребята, отъехали. Мы до этого фонаря. Какого? Того. Ну вот, у нас происходит, значит, своя маленькая заправочная станция. Вованчик долил еще пятишечку. А это наша заправочка. Вот. Все. Готовы отстреливать. Так. Так, проворачиваем зажигание, выключаем повороты, нажимаем кнопку. Свет, поехали.